ДТП произошло на спуске от парка «Ривьера» к улице Гагарина. Водитель автомобиля «Инфинити», по словам очевидцев, не успел вовремя заметить остановившихся для разбора ДТП участников другой аварии. На скорости не вписался в поворот, снес ограждение и буквально прилетел к подъезду пятиэтажки. Жертв, опять же, по словам очевидцев, нет. В иномарке сработали подушки безопасности.